Добрый вечер, друзья. Наша следующая встреча – это Zoom, который называется «Летнее чтение». Ну, во-первых, у нас давно не было Zoom, то есть мы давно с вами не слышали друг друга, не задавали друг другу вопросы и не давали друг другу исчерпывающих ответов. Вот. Ну и потом это Zoom летний. Наверное, это тоже накладывает какой-то отпечаток вот, на то, что будет. Вот. Ну и потом лето – это когда это время, когда люди читают книги иногда, если у них остается время. Ну, может быть, и об этом тоже.